вы говорите людям, как мы ходили на демонстрацию в Кишиневе, чтобы плохотника закрыть, чтобы Филата. И когда пришли они к власти, всех выпустили, одного за границу, одного из тюрьмы. Мы же ходили с вами, я да. в этом селе я начал первый за вас, ага. объяснял людям, да. что они говорят, что может сделать Ренат Усатов. Спасибо за то, что вы финансировали моего сына в университете, тоже был программа у вас за это. Ага. И он благодарен вам за это. И после случая я 1 ноября призываю всех людей голосовать за вас, потому что через пару дней у вас день рождения. Не, 4 ноября. Да, 42 уже буду постареть. Был подарок вас, хотя прошли во втором туре. Нет, нам сейчас важно, мы сегодня на третьем месте. Но у меня очень маленькая дистанция, я понимаю, что сейчас есть время. Мы прошли хотя бы во втором туре. Не хотя бы, если мы зайдем во второй, там будет мини-Богуслав во втором. То есть там... Спасибо за все, что вы пришли сегодня у нас в селе. И объясняйте людям, что... Так и есть человек, который может стать за народ, это вы. Потому что я и сын мне прошу, папа, вот это. И говорю, должен прийти к власти тот человек, который, он пришел в кирзи сапога и не взял ничего, и ушел тоже в кирзи сапога. Не взял с государства ничего.